такое ощущение было, как будто у тебя что-то с левым коленом. Радует? А у меня надрыв сложили. Я недавно дрался с ПМА, и когда делал бросок, я повредил себе колено, у меня надрыв сложили. И я растянул этот крестообразную здесь мышцы себе здесь. И из-за этого вообще на левую ногу не мог опираться. Я двигался на правую. Когда опирался на левую ногу, я проваливался и упадал, если замечали, каждый раз. Вот, ну, я как-то... Я всю весь бой провел на одну ногу, вот просто вот на... опираясь на одну ногу. Перед последним раундом у тебя коэффициент был 10. Ты понимал вообще, что ты ведешь этот бой? Сколько был? 10. 10 на мне коэффициент? После боя 15 вообще. Да. Почему-то букмекеры считали, что ты, получается, проиграл этот бой. Ну, я не знаю, не знаю. Не знаю, как букмекеры считают, но, знаете, я никогда не был фаворитом ни в одном бою, но я всегда доказываю обратно, всегда во всех боях. А вот ты сказал про травму, то есть тебе в будущем операция потребуется, сейчас откладывается или как? Скорее всего, нет, но скорее всего, я буду как-то по-другому, что если операцию сделаю, мне придется почти на год, на полгода уходить от боев. Я попробую как-то по-другому это решить. Можно ли считать твою победу хардкорно топ-дома? Вот да нет, зачем? Ну, это была победа спортсменов над спортсменом, ничего такого нету. Я не боец хардкора, просто выходи из хардкора, он тоже, он боец, я боец, и все. Мы никому не принадлежим, он не принадлежит топ-догу, я не принадлежу топ-догу. Я же сейчас дерусь в топ-доге, это считаю тоже там дерусь, какая разница. Если я там уже один раз подрался, это считается и моя рига. Я здесь подрался в однажды риге, это считается и мой риг тоже. Там нет такого, что боец того боится. Если у кого-то есть контракт с кем-то, тогда это может считаться с чем-то бойцом. Но я не являюсь на контракте ни у хардкора, он не является на контракте у топ-дога. Так что мы свободные бойцы, это был просто бой между спортсменами и все. А можешь рассказать вот про топ-дог, как раз как пришло предложение выступить там? Потому что, ну, и мы знаем, что это достаточно редкая история, да, что боец там топ-дога уходит в хардкор или хардкор в топ-дог. Ну, я так скажу, я самый такой, знаете, шумный боец в этом деле в ППМА, особенно 93 килограмма в тяжелом весе. Я самый популярный боец сейчас вообще в этом весе, вообще в России, я считаю, сейчас. И им нужен был боец, который раскачает их бойца, точнее Фомичева. Должен был раскачать Фомичева. Он чемпион, но его никто не знает. Они сказали, мне поступило предложение подраться с лучшими. Я люблю драться с лучшими, люблю доказывать всем, что я лучший. Я принял, давай, сказали, газ полный, погнали, почему нет. То есть на один бой у тебя? Подписывают? На один бой. У меня всегда на одни бои, я не подписываю ни с кем контракт. Но... И всем советую, если пацаны хотите нормально двигаться, никогда не подписывайте ни с кем контракт. Не надо быть рабом чьим-то. Чтобы они вам указывали, там писали сценарий, кстати, чтобы такого не было, двигайтесь без контракта. Ну, то есть в будущем ты рассматриваешь, что можешь остаться там, например, если все понравится? Мне и так нравится, я в топ-доге бывал, у меня друзья дерутся. Это, знаете, это ольдскульная атмосфера, знаете, пацанская, вот, и на мужчин. Это лига таких для мужчин, знаете, которые вот любят бои, любят зрелище, любят кровь. Это чисто такая лига. Я там бывал, я смотрел, мне нравится атмосфера вообще топ-дога, это бомбовая атмосфера. Этот, я вообще топ-дог еще... Смотрел раньше, до того, как еще хардкор, я еще в хардкор попал, я смотрел топ-дог, когда еще там Гаджи автомат дрался. Мне нравилась атмосфера, я всегда смотрел эти бои. Вот, единственное, я потом перестал уже смотреть бои, потому что мне это надоело все это от боев, когда я сам начал часто драться, это надоедает иногда. Единственное, я вот один бой вот этого смотрел, Макса ВДВ, и то не до конца. А так я всегда раньше, начиная с 2019 года, всегда все бои смотрел топ-дога. Ну, что по поводу предстоящего боя, можешь сказать, насколько Фомичев опасный соперник, потому что его многие называют, ну, вообще лучшим, вне зависимости от весовых категорий в топ-дог. В топ-доге? В топ-доге, может, между, ну, лучшим, вне зависимости, вообще, считаю, в России это я, да, вообще в мире. Если кто-то в этом сомневается, может прийти и проверить со мной. Ну и все же по сопернику что скажешь, насколько сильный? Хороший соперник, достойный соперник, он очень опасный. Панчер, любит идти вперед, драться, рубиться. Как раз это мой стиль, я люблю рубиться и люблю идти вперед. А то выходишь какие-то соперники, они убегают, бегают постоянно, там, не знаю, там, не подраться, ничего не сделать, не знаю, там, вышли потанцевать. Это, ну, это не бой, это хрень, мы пошли на бальные танцы, что ли, это бои, это кулаки. Кулаки. Люди приходят сюда за зрелищем, чтобы... Ну, это на той топ-дог устраивает такие бои. У них есть такие хорошие соперники, с кем можно порубиться реально. Ну вот этот бой мы можем с ВДВ рассматривать как один из этапов подготовки к твоему кулачному поединку? Конечно, это был просто для меня спарринг, я даже не тренировался, я просто лежал в диване, кайфовал. И у меня за травму я не тренировался, просто подспарринговался, а теперь это завтра уже продолжу, завтра с утра пойду на пробежку, буду тренироваться и все. А когда уже начнется полноценный лагерь, грубо говоря, к бою с Фомичевым? Уже считай, начался сегодня.